по улице Садыгалиева был наезд на неприкрытый люк. Люк был не закрыт, а просто огорожен ветками, я как вижу, и железной трубой. Машина Одиссей праворуки. Вот такой вот железкой он был прикрыт. Вот такой железка. Был наезд на него. Машина перевернулась. Вот машина перевернулась. Шофер с травмами был отправлен в больницу. В таком вот виде вот машина сейчас находится. Перевернулась. Наши дорожные службы не додумали закрыть люк даже. Вот в таком состоянии.